Кто нас? Томпсон, как ты там? Надо найти сначала. Подожди, комнату. Окей. Так. Много света не включайте сейчас. А никто не смотрел, где находится генератор? Пошли ты со мной, кто с фонариком наверх. Ой, мобилка заиграла. Что за звук? Аня, ты где? На втором. Подойди ко мне сюда. Сейчас. Пойдем-ка там, я походу нашел дело. Активность 3. О, что-то пищит. Вот оно, нашел комнату. Ага, нашел понял. Комнату, нашел. Сейчас я камеру принесу. Я помню, что это Томпсон. Это как его зовут? Марк Томпсон. Марк Томпсон. Марк Томпсон. Вид поставил там камеру в этой комнате, если что, еще одно. Где ты? Сейчас я иду камеру поставлю, чтобы видно было, что я иду на камеру смотреть. Я поставил уже камеру. Сейчас. Не называй его пока по имени, просто поспрашивай. Так он же отвечает только если она одна будет. Он сейчас не ответит. А, да, стой здесь, будем. Короче, Ань. Общайся с ним. Аня, общайся с ним. Где ты? Марк Томпсон, где ты? Марк Томпсон, ты опасен? Давай маленько отойдем. Марк Томпсон, сколько тебе лет? Поспрашивай ближний, попробуй не в рацию, а просто в ближний пообщайся. Это я случайно нет, выключил. Нормально все. Это я нажал и вырубился генератор. Марк Томпсон, ты хороший? Я пошел генератор включать. Давай, я без фонарика вообще ничего не вижу. Привет, открой! Чё ты кричишь? Это страшно! Чё ты кричишь? Есть возможность камеру более лучше поставить. Чё случилось? Он тебе ответил хоть, нет? Не, вообще не ответил. Ну блин, страшно тут стоять. Так раскопаривай. Давай, давай, раскопаривай. Смотрите за огоньком. Выключи только там свет. Марк Томпсон. Есть огонёк, свет выключил. Есть огонёк, ответь. Есть, есть огонёк. Марк Томпсон, ответь что-нибудь. Марк Томпсон. Аня, разговаривай. Марк Томпсон, убей шайтана. Аня, разговаривай, что там отсутствует? Активность 0. Вижу, вижу его, вижу его. Сфоткал? Да. Там уже истерика, а нормально все? А ты с ним говорила вообще? Знаешь, как-то вот... Я не там шок. Как-то вот вообще было не то, когда я включила свет, а он стоит. А что ты молчала? Что происходит? Я здесь испугался в фургоне. Блин, я не молчала. Ты не молчала? Да Вадик, Вадик. Да ты меня молчала. Так, а что нам осталось-то? Благовоние нам осталось зажечь. Кстати, фотку заценили, какую я сделал? Фотку посмотрели, какую я сделал, четкую? С того не отошла. Ля, какая фотка. Журнал и стрелочки вниз листай. Стой. Только ты куда-то смотришь на меня. Посмотрите блокнот, он ничего не написал. По классике что писалось? Она здесь. Она у нас. Сверчок есть. Вот это вот херня, короче. А, знаете, да? Он только что был тут. У нас, короче, остается радиоприемник, он, видимо, не работает, или мы глухие не слышим. Но отпечатков нет, нигде. Стойте, стойте, не торопитесь. Сейчас я попробую еще раз.
Меня видно на этой, на камере, все нормально? Активность 1. Я пробую, короче, еще раз его призывать. Марк Томпсон, отзовись. 1 опять падает. Марк Томпсон, show me. Show me, покажись. Марк Томпсон, give us a sign. Как поджигать долбанные эти, бля? Он стоит около тебя, он стоит! Он стоит у кровати! Он стоит! Галка! Там вообще зажигалка, кажется, нужна, блин. Да. А у кого она? Не знаю. Кто-то брал же из вас, говорит. Я не брал, только был, брал благовоние. Мы просто разговариваем, это у не нас МП. Загревается. Ну пойдем в фургон это туда. Это не МП. Мы нет. Оплошались, что у нас мне нету кажется... зажигалки. А, нет, там только что было сейчас. Мне... Надо мне просто... кажется, все-таки это радиоприемник, и мы не услышали. Нет, 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 надо методом исключения. Опа, это... охота! Кому-то ГГ. Аня? Аня? Идет! Аня? Нормально все? Аня? Аня? Почему я? Ну почему? Где-то там... А, они нет, минус, у нас минус они, они все. Окей. Я пошел, пожалуй. Блокнот давай. Вы проверяли, точно? Блокнот проверяли? Блокнот точно нет, блокнот ничего нету. Давайте просто затестим радиоприемник. Давай, да. Ставим тогда радиоприемник Мара. И поехали. Книжка не работает, ничего не работает. Сейчас чисто ради эксперимента включим радиоприемник, ну, чтобы проверить. Может быть, мы реально не услышим, но мне кажется, нет. Мне кажется, это не оно. Это Джин. Ну, а Джин, чё у него какие эти? Чё он делает? Тоже, надо смотреть. Но в то же время она злится, когда её называют. Что, я, наверное, в фургоне останусь. Давайте, удачи вам. Давай, да. Обалдел. Не глуши двигатель. Элизабет Кларк, покажись. Так, ну у нас фантом. По всем признакам, скорее всего. О! Шайтан живой? Да. Она тут это что-то фырнула. Вам надо камеру сюда нести, фотик, надо же сфоткать нам ее. Да, да, сейчас иду. О, она у меня! Ну я ее жахнул, по-моему, этим крестом. Да, ты ее, может быть, успокоил. Ну, пойдем посмотрим на нее. Нет? Тогда я пошел еще. Фотик несите сюда, у кого фотик? В комнате у меня, в комнате. К моему виду. Встань сюда ко мне, Мэтт, вот сюда встань ко мне. Сейчас я буду ее призывать, если что, потом крест просто резко достану. Как там ее звали? Элизабет... О! Элизабет Кларк. О! Кларк. Успел? Что там сидишь? Я ее вижу, она стоит такая с косой в комнате. Ну мы все, мы, по-моему, сделали. А я крестом, интересно, остановил? Осталось ее остановить распятием. Да я посмотрю, где этот снимок можно посмотреть. Мы не определили и распятием не прогнали его. Но определить мы определим, когда выйдем. Вот поставьте все эти улики в журнал. Какие у нас улики были? Призрачный огонек. Минусовая температура, огонек и МП-шку на 5 подскочила, но я не знаю, сработали это или нет. Надо проверить. МП надо, да, проверить туда. Надо просто кинуть туда его. Да, была минусовая. Я взял эту фигню, которая датчик, пойду проверю. Элизабет Кларк, покажись. Помогите, она где-то тут! Алло, алло, у вас. Дверь не открывается! Дверь не открывается! Да нормально, я мне все под контролем.
Она появилась, но я ее прощелкал. Элизабет Кларк. Там не сделалось распятием, посмотрите. Она в коридоре была. Активность выросла. Она в коридоре была. С распятием не сделали? Посмотри. Нет, нет, не сделали. Там, по-моему, кнопку нажимаешь, он не поднимает его. Она там в комнате стоит. Дайте фонарик сюда кто-нибудь. Слышали? За мной. Заходи за мной с фонариком. Элизабет Кларк. Она только что здесь только что была и ушла куда-то. Элизабет Кларк. Покажись нам, покажись. Покажись. Дай мне рацию, а ты будешь это ходить херню, я буду орать. А, тут где-то! Она справа. Она где-то тут справа, по-моему, в зале. Ну, кнопку, но это не действует при охоте. Это надо делать в самом начале. Это что значит? В смысле? Так что можно уезжать. Типа уже не проканает? Нет. То есть мы когда в самом начале заходим, ее надо, короче, видимо, раздраконить и прожать это распятие. А сейчас уже она на нас охотится, да? Не, ну мы же все равно знаем, по сути, кто это, да? Ну нам денег дополнительно не дадут просто. А, понятно. Че, поехали? Поехали. А всем выставили или не надо всем выставлять? Да, проверить. Нет, надо всем выставить. Проверять. Ну это фантом получается, да? Б, ули... Да, фантом. Но эти улики тоже выставь, там за них вроде тоже очки дают. Я выставил, да, выставил. Что, значит, иду? Да-да-да, я иду. Я тут, смотрите, что принес нам. Новое устройство. Чтобы тебе жизнь облегчить. Ну да, просто ставишь и подходишь. Да, ну, как я понимаю. Черт, ну, хрень. У меня фонарик моргает, вид. По-моему, вид умер! Черт, вид умер! Вита забрали только что. Все-таки он где-то в подвале, да? Я не знаю где, у меня фонарика нету. Я выход пошел. Ой, выход! Камера, блядь, с треногой за 80 баксов. Меня выкинуло. Подключиться не могу обратно. А, тебя выкинуло? Ха-ха, блядь. Думал, он схватит меня? Я думал, он тебя захватил, блин. А так? Вот сейчас поменялось. Поменялось до этого, светлячка нет. Ага. Ты можешь ее в руки взять, не ходи с ней. Давай так попробуем. Видно тебя? Опять звонит звонок. Вот опять заработал. Кстати, вот она комната с телефоном. Вид, тебе ничего там не видать? Вид? Там что, десятка? У нас десятка! Где он? Нахрен, он в этой комнате с телефоном стоит. Быстро сюда. Фоткай его, фоткай. Два. Он только что здесь был, слева стоял в углу. Сейчас камеру переставлю нормально. Майкл Вильямс.
Температура так все. Пошел за всем остальным. Активность 0. Вид не видно? Шариков? Нет, нет. Нету шариков. Я датчик там еще кинул. На улице 2 заработал. Да он вот тут 4. Внутри. Вот здесь он был только что. Здесь 100%. Несите сюда быстрее. Что там надо было? Соль или там что-то распятие? Соль. А, вот там я пошел. Сфоткал, пять, сфоткал, пять, сфоткал, пять, сфоткал. Мужик с топором. Что-то он швырнул сейчас, короче. О, он опять здесь. Тут. Вот он стоит прямо здесь у меня. Вид, ты это видишь? Вот он слева, все, пропал. Вид, у нас там десятка, да? Судя по всему, да, десятка. Нет, восьмерка. Просто если десятка, мы тебя не слышим по рации. Наедине. Причем он прям заагривается так, наедине. А, у нас книга, он отреагировал на книгу. Кстати, на книге какие-то символы, смотри, другие, не как обычно. Там обычно «дай» написано, а тут видишь. Че, он что-то написал в блокноте? Да-да. А кто забрал здесь? Датчик лежал. Вот, а вот он, датчик, все нормально. Ну что, поговорим с ним? Что у нас получается? Книжку он отметил. Что он еще отметил? Отпечатков я не вижу. Температуры нет понижения? Температуры нет. Нет, температуры не было. Надо соль. Датчик на 5, соль. Книжка наступил. И... Наступил. Наступил соль? Датчик точно был на 5? Да. Так где наступил? Не видно же. Ну вот все правильно. Кстати, соли нету в книжке. Твою почему? Мать! Что такое? Задание наше, что такое? Беги. Блин, ну это демон, мне кажется. Он прям. Пойдем датчик ставить. Куда вы? Куда вы пошли? Алло. Он там прям там был. Да я три раза его там видел уже, пошли. Ты его включил? Так, как его включить? Ну да, этот как не классный шел все равно. Это задрал! Он опять там же. Затрите хорошую фотку сейчас. Аля, красавчика. Он там что-то ищет на полках, что ли? Ну. Ой, у вас десятка. Если меня слышно, у вас десятка. Алло, вы там как? Как там у вас дела? Все нормально? Что там было? Что он сказал? Ди. Че? Он сказал? Нет. Сказал Ди. И начал за мной гнаться. А где вид? Значит, реально демон. Блять, он прямо здесь. Помогите. Мне хана. Мэтт, мне хана, слышишь? Я походу минус. Да я минус. Прощайте. Записи в блокноте, радиоприемник, минусовая температура, демон. Вы фотки-то посмотрели, которые я сделал наверху справа-то? Они, а по всем ты был Они, да. Я же говорил, это Они. Мне дали... 55 баксов мне дали? Мне дали страховку 120, как бы. Да.
Достигните так, 0 спасибо. Рассудка. О, это я могу сходить с ума в игре. Это просто после Таркова, когда поиграешь пару часов. В принципе, такое сразу случается. Закончишь и как бы выполнил задание сразу. Моментально просто. Вот что мне в этой игре раздражает, так это ходьба. Почему она такая медленная? Ну, чуть-чуть побыстрее бы хотя бы. Может, просто игру делал Невский?